Бельгия. Да. У меня еще одна есть. Все, пизданул машину. Подожди, а где еще один снаряд? У кого, блядь? У меня нету. Я же вроде брал его, блядь, алло. Блядь, ну, Егор. Я брал его? О, зомбак прибежал. Он еще с того поля прибежал, где ты, где я челик убил. Ну, если челик на западную часть будет подниматься на эти самые... на сиденье, то я его смогу снять, это точно. Или даже... да, точно тоже. Скажи это ему за нашего друга, блядь, что он волка убил. Ну ты ему сжёг её или нет, да? Я не знаю, я пизданул по ней, но она стоит. Наверное, не хватило как бы полностью урона. Но да по-любому там нормально зашло. Она по виду может быть целая, но на самом деле она за руль. Да. Зомби бегает снизу. Но он, кстати, молчит. А может он откатился от того снаряда? Может быть. Я ему тут беру эти все бревна, короче, на эти. На дрова, блядь. Пилю. Подсвети. Зомбак, слышь, орёт, блядь. А, и ко мне. Священник. What's up, man? Your life? Man, come on. Wake up. Скажи ему, talk to papa. Meet your mother in кинотеатр, окей? Так, я в таком месте, ебать, веселым, нахуй. Я хуй куда бегу, блядь, если стрелять. А ты где? Я? Ну, ты должен меня с пятиэтажки видеть. Вот, я перед школой, ебать. Перед спортзалом, ебать. В 10 метрах. Вижу, вижу, вижу. Вижу. Да. Сейчас, короче, пофанюсь тут еще немножко. Че там замолк, ебать? Да может, вот именно, да, вот... блядь, может его, блядь, отпиздячило взрывной волной. А что он не двигается, ничего, я его не слышу абсолютно. Пока в сарайчик, нахуй, забегу, сяду и... о, пила, блядь. Не, слушай, по-моему, двигался только что. Или это зомбак? Что-то я слышал. Ну, может, лут, значит. То ли он. Все, бля, сейчас будет прикольно. Короче, тут, ну, тут непонятно, то ли зомбак тут ходит, то ли он. Бля, я что-то слышал. Но движение какое-то есть. А ты бы на коне стоял бы на одном месте. Мало ли, что челики прыгают со снайпер. Блять, вот он встал бы на любой угол. Блять, я бы его. По-моему, он топает внутри. Ну или это зомбак. Нет, топает ими. Сэнд топает его. Я не топаю. Ну, Сэнд далеко от нас. Я же далеко. Я не топаю. Я никого пока не вижу. Да ночью это, я тебе скажу, не у всех тут ПНВ есть. Они, видишь, они еще не застроились, да, до конца, бля, поэтому. Но они, блядь, потратили на базу больше, чем мы. Ресурсов. Согласен. Может быть, но они будут на базе лежать. Конечно, может, потому что ларки у них, ебать, нахуй. Вполне, ебать. Ну-ка.
Сейчас я кое-что протестирую. А, разбирать нельзя, когда у них этот стоит флаг. Флаг? У них там всякие тыквы растут. Металл лежит. Потом посмотришь на этом персонаже, у тебя есть киллы или нет, ебать. Может, действительно ты его прикидываешь. Ну, он, видишь, он тогда не засчитал всех вас, то есть он, может, даже не считает так. А, тогда мы одновременно, ебать, ёбнулись, нахуй. Да, поэтому... может быть. Мог впервые нас убить, пас. Бедные пацаны. Сейчас, короче, рофлы будут смотреть на крышу. Вот это отлично. Че это такое? Свет. Это газовая горелка. Костер. Да, и вот, кстати, он если... Мне отлично видно хорошо. То есть, если он начнет даже ходить по центру, я его увижу, блядь. Вот, он вообще, если двигаться как-то начнет, то ты поймешь ее. О, ништяк, ты его подсветил. Заебись. Прям три костра, блядь, сделал. Тебе бы хорошо сейчас самому уйти, потому что тебе... Да, да, уходи нахуй. Да, блин, я хочу еще там дальше на крыше прям наверху сделать. Ну, сейчас я, короче, здесь аккуратненько за этой хуйней. Я только коробки вижу и кучу всяких. Че, прям внизу хорошо все видно? Внизу, да, ну до того момента ко мне не видно чисто из-за стены. Наружной. Как бы если он встанет. Блять, ну надо по-любому нахуй разъебать, блять, подожди, у меня по идее ваншотная хуйня, по-моему, для автомобиля, ебать. Бесцельная, нахуй, ПТРД, ебать. Уничтожать. Ну можешь залезть, выстрелить по машине. Слушай, подожди, Егор, давай расскажи мне, ё-мо, как там обустроено. Она передом стоит, ё-мо, или да, задом? Там ее полностью видно. Она просто боком стоит, но ее как бы полностью видно. То есть, ё-мо, я со своей хуйни смогу его выстрелить? Да, да, спокойно выстрелить. Прям, да. Все, так, как тебе подняться, ибо чё? Ну вот, с моей стороны, где костер боковой горит, как бы. Вот, видишь, где я сейчас? Там строительная рампа. Я бегу его. Вот тут лестница. Вот тут... Справа, справа, да. Да. По там на углу. Поднимайся именно. Да, понял. Но можно было и по этой хуйне подняться. Ну там запрыгивать надо. Вон машина там в углу, видишь. Сюда спустишься, сюда спустишь. Переход. Ебать, конечно. Есть. Да, спустишься. Подожди. Слушай, вот можно внутри школы, кстати, залезть, тут же эта дырка есть. Бля, я тебя не вижу, ебать, где ты, ебать? Да вот, вот я, видишь, наверху, на следующей части школы. Ага. Вот на эту херню спускайся, и вон машина стоит. А, все. Блять, я же испугался, нахуй. Задымилось. Попробуй поговорить с ним, чё он там, блядь. Живой? Это звук. Звучит, конечно, но... Как-то вообще взрывается чё-то, блядь. Да-да, я ж... Блядь, я ж обосрал. Всё. Две тачки минус, нахуй. Нормаль. Я бы вам предложил бы... Да, отваливать. Надо. Сейчас думаю, пол сервака прибежит, ебать. Сейчас они, ебать, там наплачутся, ебать, своим этим, блядь. Ладно.
Просто сидит хорошо видно вас. Мне кажется, он там ему жбурел и лежит. Я тоже так думаю, вот это, сдох от этой хуйни, блядь, моей. Бля, сейчас тут можно спуститься к ним в школу. Если тут проходы, конечно, закрыты. Так, чё, куда идём, блядь? Так, к ЖД, может, ты, блядь? Или нет, или... Подожди, я в школе, блядь. ЖД безопаснее, блядь, по ЖД. Да? По ЖД куда пойдём? Ну, в сторону дома, ебать. Ну, этих сейчас глянем, ебать. Сейчас эти, может, сейчас оживут, блядь. Я спускаюсь, короче. Движуху увидим, может. О, чё это там, Quick спишет? Чё-то, блядь, следующий... про взрывы изменяет. Изменения какие-то. Это, походу, ухлопал того, ебать. Так, тихо, я у них прямо во дворе, блядь. Внутри, что ли? Да. А волк тут, блядь, это стоит. А как ты собираешься выйти? Так, через дырку, уже... блядь, с крыши я залез. Ты потом вылезешь оттуда? Да, да. Чекай, чё, машина. Подожди, блядь, тут... А, тут дверь в спортзал. Васабич, ворота у них тут одни всего. Слушайте, блять, их зарейдить, как нехуй делать с C4. У них тут, судя по всему, всего одни или две ворота, блядь. Но они еще не успели застроиться, видишь, они, блядь, да. Ну, если там двое ворот даже, если стоит, впритык. Не, он то... внутри. Внутри? Да. Да. Я его слышал. Вот, там какие-то правила про... Внутри школы? Пошли они нахуй со своими правилами, ебать, когда, бля, у них застраивать можно, блядь, военки, ебать. Так, изменение правил рейда базы. Временно управляйте, пока территории расширения нарушены. Вам не разрешено строить вещи, чтобы перелезть через стены. Например, нельзя копать кучу участков и использовать их в качестве лестниц. Ну, это про лопаты и то, что... Ну, понятно. Так... Вам разрешено карабкаться только на... На вышке, не бойся. А, через... Ну, этот... На друг друга прыгать можно. И декорации. Ну, короче, без гличевой хрени. Не, ну, блядь, это понятно. Ну, это, по идее, вообще... Это... Мы всегда это придерживаемся. Не, блядь. Я вам скинул в чат, типа, челика, ну... Этих грядок куча стоит. Да, ну это ясен хуй. А-а-а, нихуя. Может, он из-за этого и написал. Может быть. А ты на кого что слышал, в школе или в этой самой? Да-да, в спортзале вот. А, в спортзале. Блять, я не пойму, куда делся еще один снаряд, я же его убрал, блять. А в мишке погляди какой-нибудь, блять. Да нету, блять. В кастрюле мишки, где угодно. Это, может, тот баганый, который ты выстрелил? Да хуй. И про него забыл? Да нет, блядь. Хуй знает, куда он делся. А там же рестарт был, ебать. Походу, откатил, ебать. Ты его как бы не брал. Дым. Кто кинул дым? Дым. Я. Такой желтый. Ну чё, там, ребят? Все. Хороший. Здоровая. Потом тебе Юрок скинет видос. О, нормально. Короче, брат. Бегает, бегает, пошла. Я, Егор. Я на первом этаже. Вижу, вижу. Мочите, я в гаражах. Сап, бич. I hear you. Where are you hiding? You are gay? Нека наложит контакт. С европейцами. Контакт 3 степени. Сейчас я их тут все соберу, нахуй, блять, все грядки.
Олежка бы сейчас с ними подружился. Да мы с ними тоже подружились уже, бля. Минус машина. Скидывал, братан, в основной? И я ничего не скидывал пока, я пока записываю, потом тебе скину. А, ладно. Ну короче, за Женька мы отомстили, петуху, сука. Да, да, минус машина, блядь. А чё, Женька? Привет. Сегодня, да? Вчера еще было. Сегодня, ты чё, ёп? Наоборот, сегодня это было. Да, да. Нормально, а это точно те были? Или... Конечно, его Волга, его... А, ну, да. Нормально, братан. Так оно и должно быть. Карающая рука правосудия, бывает. Умнее, да, чем многие перебивают. Заржан, блядь. Еще один был. Да, он не хочет вылезать. Конечно, он, блядь, там сидит, дышит теперь. А что у них там? Какая-то подстройка такая. В этом спортзале, типа, какая-то коробка или человек, блядь. Ну, там, наверное, самый дорогой лут будет, блядь, ну, да. Замыченный. И интерная комната. Да это флаг. Еще один какой-то фиолетовый, этот, дым дают. Странно он. Дым передел. Не, сейчас нахуй придут, вы... Я снимок сюда. На этот очаг. Да. Ну они там высрались, конечно. На этот челик. Ну у него да, блин, акцент прям явный какой-то. Бус? Странный такой. Короче, ё-моё, блядь, ихняя база называется Сатана. Именно Сатана, ебать. А не Сатан, ебать. Чё не, нет? У них есть вот одна тут название, типа Макари. Есть другая ещё название там. Ебать, конечно, кажется, это... тут, да? Может, это русские, блядь. Ты на крыше ходишь, да? Да, да, да. Да. Я не вижу. Сань, давай к ЖД отходи ее. Все. Окей, бич, I'm fucking cuss. Where the fuck you? Скажи, I come back. I find you and I kill you. I'll be back. Блять, куча ему распиздячил тут дров. В говно просто. ЖД с гаражей отбегаю. Волк. Чем медленнее строились. Блять, волки бегут. Нет. Какие волки? Волки. Да ладно. А ты их видишь? Нет, я их слышу. А, ну это, на Троицкой, ибо они сюда не добегут ими. Да, нет, мне кажется, добегут. Егор, а что ты там делаешь именно? Дрова распиливаю, блядь. Дрова. А-а-а. Да, давай, я понял. Топором как раз. Все, три штуки осталось. Ну, у меня, наверное, топор сейчас сломается просто. Ой. Блядь, он башкой, ёма, блядь, а он и чекает, блядь, на первом этаже. Он не напел, блядь, ёма, в спортзале, короче, ёма, блядь, головой нахуй. Саня, отработай его, блядь. Я же ушел. Не, нет, я... Вот, блядь, с нашей стороны, получается, с западной, ёма. Да, не... Блядь, да, ёма, блядь, я просто не понял, я сначала, блядь, что такое? А он такой, ёма, блядь, куешь ты. Где именно? Объясни, пожалуйста, точное место. Кто с желтой повязки бежит? Минус. Я лёг. Блять, Саня, ты чё пугаешь, ёбаный рот. Блять! Я уже хотел стрелять. Вы чё, повязку не видите, что ли? Блять, да повязка равно, непонятно, просто ты подходишь или нет, ты говори. Я сказал, с гаражей бегу к ЖД.
Ну это ГЖД, блядь. Где именно он торчал? Ну он в углу смотрел. К углу, прям, да, ебай. К углу? Где лестница? Слушай, Сань, иди сюда. Блять, вон он, сука, там. Блять. Где, какое, правое окно или левое? Левое, блять. Сейчас я въебало получу, походу. Да, вон лазит. Точно слева? Блять, сука, ях, суки, блять. Пидорасы, блять, вот на очереди, сука, вот это гандоны, блять, ставят нахуй. Бля, я не попал нахуй. Ебаная очередь, блядь. Вот ты умер, что ли? Нет, блядь, я его не убил просто. Ты хрен. Блядь, работает по мне, блядь. Иди сюда, блядь, позицию, Сань, блядь. Дайди сюда быстрее. Подсади меня. А все окна он там выглядывает? С западной стороны, блядь, и вот эти окна, вижу, блядь, вижу, спортзал. Тихо. Пали, пали. Готов, по-моему. Да, скорее всего, сдох. Я видел крови кучу. What's up, bitch? Давай я сейчас подбегу, гранату кину ему. Давай, давай. Ты живой, Юр? Да, да. Я так, на всякий случай. Блядь. Как я не вовремя ушел. Как в доме бежевом наш, да? Да, наверное, блядь, это я, и да, да. Да, там кровище, пиздец, на. Ну я там с калаша напиздячил, еще кто-то по нему стрелял. Я закинул-то гранату. Да, бля, получается, я, получается, дал, бля, ёма, а видишь, а второй, нахуй, ёма, бля, он, это, бля, если...